Банки республики стали чаще применять антиотмывочный закон в корыстных целях. Кредитные учреждения блокируют различные финансовые операции предпринимателей, после чего предлагают коммерсантам перевод в сторонний банк, но за определенную плату. Незаконной практикой заинтересовались в Ассоциации финансовых организаций Башкортостана. Члены ассоциации посвятили этой проблеме очередное заседание организации. Отметив, подобную практику начали применять большинство кредитных учреждений республики. Правление АКФОРБ призвало финансистов провести в банках серьезную работу по устранению подобных нарушений и не кошмарить бизнес блокировками операций и платежных поручений. Это тоже задевает не только банков, основно задевает клиентов, где мы теряем своих клиентов. Поэтому мы вопрос вот вносили поддержку именно клиентов, обсудить, где помочь на восстановление или реабилитация незаконно или ошибочно, значит, закрытых восстановления расчетных счетов. Отмечу, в прошлом году с блокировкой операций и счетов в стране столкнулись около 20% предпринимателей. При этом почти половина из них высказались, что такая мера серьезно сказалась на работе организации. Данные приводит агентство Magra Market Research. В исследовании также указывается, что половина блокировок происходит по вине самих предпринимателей. При этом в 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин и лишь в 10% из-за подозрения в отмывании денег.